Всем привет! С вами Антон Печеров, и сегодня я хотел рассказать о сервисе TopLink. Этот сервис позиционирует себя как средство того, чтобы навести порядок в Instagram-продажах. Вот. И он заточен, в первую очередь, под Instagram. В частности, для авторизации в личном кабинете используется вход через аккаунт Instagram. Хотя, возможно, на самом деле, несколько шире. Ссылку на TopLink можно размещать где угодно, и вы можете сделать сайт-визитку или же сайт с полноценным интернет-магазином и использовать ее, где вам удобно. Вот здесь кратко расписано, как они работают, как все это работает, то есть делаются ссылки, мессенджеры, социальные сети, формы сбора данных, интернет-магазин, вы получаете заявки и так далее. Вот на текущий момент создано уже 93 631 TopLink на момент записи этого ролика. И чем этот сервис хорош? Тем, что создать свой полноценный интернет-магазин даже можно за буквально полчаса без знаний в области программирования, HTML и так далее. Вы сосредоточены в своем бизнесе, а не отвлекаетесь на второстепенные вещи. Что касается цены тарифов. У TopLink есть три тарифа. Базовый тариф, который бесплатен, тариф Pro от 90 рублей в месяц и тариф бизнес от 290 рублей в месяц. Значит, на базовом тарифе можно сделать простой сайт-визитку со стандартными блоками. Это текст, ссылки, вопросы и ответы. Также между блоками можно настроить отступы и выбрать стандартную цветовую гамму. На тарифе Pro есть все, что есть в базовом тарифе. При этом есть дополнительные блоки, позволяющие в один клик подключить мессенджеры, социальные сети, а также добавить видео и картинки. Также можно добавить свою карту или же вставить произвольный фрагмент HTML-кода. Также на Pro тарифе более расширенная аналитика. То есть можно подключить Facebook Pixel, Google Аналитику, Яндекс.Метрику. Вот, цена, как я уже говорил, от 90 рублей в месяц. На бизнес-тарифе есть все возможности Pro, но уже можно подключить либо формы для сбора данных и свой интернет-магазин. Полноценный интернет-магазин с поддержкой интеграции с онлайн-кассами. То есть вы работаете в рамках российского правового поля, то вы можете в TopLink все настроить, и все чеки будут отправляться, как положено, в налоговую инспекцию. Впрочем, бизнес-тарифы можно пользоваться как физическое лицо, принимая платежи на Яндекс.Деньги или робокассу. Вот как я говорил, цены здесь указаны от. То есть Pro это от 90 рублей в месяц, бизнес от 290. Как это получается? Минимальный срок оплаты это 3 месяца. За 3 месяца, 1 месяц на тарифе Pro будет стоить 180 рублей. 1 месяц на бизнесе 580 рублей. При оплате 6 месяцев вы получаете 30% выгоду в цене одному месяцу. То есть на Pro будет 126, на бизнесе 406. При оплате сразу за год вы получаете 50% экономию на цене одного месяца. 90 рублей в месяц на Pro или 290 рублей в месяц на бизнесе. Вот. И получается 3480 в год вы получаете полноценный функционал интернет-магазина. Вот. А как это все настроить, мы расскажем в наших следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.